Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи вновь Роман Душкин, это «Криптошпаргалки». Продолжаем изучать всякие аспекты, нюансы криптоэкономики, поскольку распределенный реестр – это технология, и основаны на ней, блокчейны, криптовалюты и вот это вот все, в том числе цифровые валюты, являются неотъемлемой частью цифровой экономики. Поэтому для того, чтобы быть в курсе всего этого, обязательно подпишитесь на мой канал, ну и слушайте меня, я плохого не посоветую. Сегодня у нас в программе новая тема, и я хотел бы вам рассказать про блокчейн Binance. Вообще, мы уже начали изучать, начали изучать инфраструктуру Binance. Это целая экосистема, биржа Binance является частью этой экосистемы, но и, соответственно, у этой экосистемы есть свой блокчейн. В общем-то, даже у них два блокчейна. Первый называется Binance Chain, и второй называется Binance Smart Chain. Это два блокчейна, которые так или иначе взаимосвязаны друг с другом, но они независимы друг от друга. Они взаимосвязаны, но независимы. Это быстрые транзакции. То есть Binance Chain – это очень быстрый блокчейн, который позволяет как бы двигать, вся движуха в экосистеме Binance происходит на Binance Chain. И там есть уже известный нам токен BNB, который мы рассмотрели. Смотрите в предыдущих криптошпаргалках. Токен BNB, который является как бы топливом для Binance Chain. И, соответственно, есть Binance Smart Chain. Binance Smart Chain – это смарт-контракт. Соответственно, вот в этом блокчейне, Binance Smart Chain, осуществляется вся децентрализованная движуха на тему DeFi, децентрализованных приложений, всяких платформенных решений для третьих поставщиков разных решений и так далее. То есть это смарт-контракт. И, собственно, это, можно сказать, реплика Ethereum. Собственно, разработчики Binance, они стали мудрости лукавы, они просто взяли эфир и сделали реплику эфира, поскольку эфир достаточно мощный блокчейн второго поколения, в нем все есть. И, собственно, этот BSC, Binance Smart Chain, он совместим ни с чем иным, как с эфир Virtual Machine. Вот с этой штукой они совместимы. И, собственно, любые решения, любые DAPы, Distributed Applications, которые работают на EVM, на Ethereum Virtual Machine, они, соответственно, работают и на BSC. То есть Binance Smart Chain, этот блокчейн, является полной репликой эфирного блокчейна, и все распределенные приложения, которые работают с репликой, с эфиром, работают из BSC. И, собственно, такой, например, кошелек, как MetaMask, вполне известный кошелек, который мы уже изучали, также работает с Binance Smart Chain и, соответственно, с транзакционной сетью Binance Chain. Все монеты BNB можно держать в MetaMask. И одна из видеошпаргалок будущего будет посвящена как раз тому, как подключить MetaMask к Binance Chain. Ну, собственно, наверное, на этом все. Что я хочу сказать? Какие еще есть фишки? Значит, Binance Chain – это централизованная тема. То есть весь Binance Chain принадлежит Binance, и поэтому там все очень быстро, надежно и удобно. Но как бы плата за это централизация. Binance Smart Chain – это децентрализация. И там есть большое количество узлов, нодов
валидаторов, которые каждые 20 секунд меняются, выбирается пул для того, чтобы валидировать смарт-контракты на Binance Smart Chain. И, собственно, механизм консенсуса, который там реализован, это POS плюс PO. Если POS, Proof of Stake, вы все прекрасно должны знать, то PO – это Proof of Authority, то есть как бы торговля авторитетом, доказательство авторитета. И те ноды, которые на следующие 20 минут, прошу прощения, выбираются в качестве валидирующих нод, они как бы выбираются, исходя из своего авторитета. А авторитет нарабатывается в том числе и количеством блоков блокчейна, которые были валидированы этими нодами. То есть чем больше нода работает на успешную валидацию, не пропускает мошеннические транзакции, тратит свои деньги BNB на то, чтобы как бы работал блокчейн Binance Smart Chain, тем больше у нее авторитета, тем чаще она будет попадать вот в этот множество валидирующих нод, тем чаще она будет получать комиссии за осуществление валидации. Ну, собственно, вот оно примерно так и работает. Механизм консенсуса POA, Proof of Authority. Какие еще характеристики тут можно сказать? Значит, блоки примерно один блок в 3 секунды. То есть это очень быстрый блокчейн. Каждые 3 секунды в блокчейн засовывается блок, там все как бы, все транзакции. И очень низкая цена. Собственно, Binance Chain стал в 2021 году прямым конкурентом эфира. После того, как эфир взлетел в цене, стоимость газа также очень повысилась, и транзакции в эфире стали очень дорогими, прямо очень дорогими, они стали неподъемными. Ну и Binance Chain в этом отношении сыграл очень быстро и фактически стал конкурентом эфира, поскольку цена транзакций в блокчейн в Binance Chain очень низка, газ там стоит, по-моему, раз в 20 дешевле, чем в сети эфира. И таким образом у всех производителей распределенных приложений, которые работают на эфире Virtual Machine, есть выбор перейти на достаточно быстро и просто, бесшовно перейти на Binance Chain и Binance Smart Chain для того, чтобы снизить стоимость работы своих приложений. Поскольку любое исполнение смарт-контракта в децентрализованных приложениях – это трата газа. Газ стоит эфира, эфир очень дорогой, BNB еще не такой дорогой, но, кстати, дорожает тоже. Собственно, BNB является одной из ведущих монет сегодня в мире. По данным CoinMarketCap, BNB входит в топ-5, и эта монета будет только дорожать, поскольку экосистема Binance очень развита. В описании этого видео вы найдете ссылку на регистрацию на Binance. Я рекомендую вам не откладывать, зарегистрироваться там, пройти валидацию на всякий случай. Может быть, вы не будете ничего делать, но в современной инфраструктуре уже надо жить. Ну что ж, на этом, наверное, все. Если что-то непонятно, задавайте вопросы в комментарии, а я с вами прощаюсь. С вами был Роман Душкин. До новых встреч и пока.